Сегодня готовим рыбу в фольге. Это идеальный вариант приготовления, который подходит для любого сорта рыбы. В фольге рыбка всегда получается подрумяненной, аппетитной и вкусной. Сегодня запечем стейк толстолоба, но вы можете взять любую рыбу, которая есть под рукой. Добавим немного моркови и лука, специи в виде сушеных томатов и чеснока, немного лимона. Подавать к столу запеченную в фольге рыбу можно с любым гарниром: картофель пюре, каши, овощи, зелень. Рыба 250 грамм, у меня стейк толстолоба. Морковь 40 грамм, лук 50 грамм, лимон 40-50 грамм. Сушеные томаты 1 чайная ложка. Сушеный чеснок 1 чайная ложка. Соль по вкусу. Перец по вкусу. Количество порций 1-2. Подготовьте все ингредиенты. Очистите рыбу и овощи. Духовку разогрейте до 180 градусов. Расстелите фольгу на рабочей поверхности. Морковь и лук нарежьте произвольно, выложите на фольгу. Поверх овощей выложите рыбу. Посыпьте рыбу солью и перцем по вкусу, сушеными томатами и сушеным чесноком. Добавьте поверх рыбы немного долек лимона, также можно дополнительно сбрызнуть лимонным соком. Запечатайте рыбу в 2 слоя фольги. Запекайте рыбу 45 минут. Спустя время фольгу можете раскрыть и подавать рыбу к столу.